Всего за 12 дней детский сад «Белочка» в поселке городского типа Федоровский стал обсерватором для тех, кому необходима самоизоляция. Для того, чтобы здание полностью соответствовало всем требованиям, пришлось много чего сделать. Переоборудовать санузлы, установить перегородки между грязной и чистой зонами, выполнить косметический ремонт. Потратили на переустройство более 1 000 000 рублей. Это деньги из окружного бюджета. Работы сейчас остались только организационные, чисто строительные работы и отделочные работы все закончены. Сейчас идет приемка по Роспотребнадзорам данных помещений, и те замечания, которые они в ходе проверки будут выданы, мы их устраним сегодня. Всего в здании оборудовали 10 боксов. Рассчитаны они на 40 человек. В каждой такой комнате, кроме кровати, для взрослых стоит одна детская. По словам специалистов, сделали так, потому что часто на самоизоляцию уходят целыми семьями. Все постельные принадлежности, включая матрацы, перед заездом гостей и после выписки пройдут специальную обработку. Предусмотрена она и для личных вещей постояльцев обсерватора. Они заходят. Это вот комната для хранения одежды для одного обсерватора. В обсерватор закупили и необходимое оборудование. Появились кварцевые лампы, ионизатор воздуха и видеокамеры. Сегодня к данным объектам предъявляются жесткие требования и по безопасности. Поэтому вывод с каждого бокса камер на общий экран обязателен. Непременно нужно обеспечить пожарные меры безопасности. И мы также заключили договор с Росгвардией о охране нашего объекта по периметру. По словам сотрудников администрации района, в обсерватор могут поместить не только жители Федоровского или района, но и, например, вахтовиков. Решение о том, куда именно людей направляют на самоизоляцию, принимают специалисты Роспотребнадзора. Валерия Кудрявцева, Денис Зонов, Сургут Интерновости, Федоровский.